Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail 5. Это пятая серия Найнеров. Модель 2019 года, обновленная. Здесь новая система стоит с отношением передач 1 на 11. Ну, более детально хочется следующее сказать. Это алюминиевый велосипед. Trail 5, размер колеса 29 дюймов, Найнер, гидравлическая система тормозов. Ну и при более детальном описании хочется следующее сказать. Покрышки идут с явно выраженным горным протектором. Это позволяет ехать устойчиво, уверенно на пересеченной местности. Но также эти покрышки мягкие, и это делает возможным комфортным езду по асфальту. На таких велосипедах по городу кататься тоже можно без проблем, она не будет сильно шуметь. Мягкая резина. Велосипедное колесо 29 дюймов крепится при помощи легкосъемного эксцентрика, что позволяет при транспортировке одевать и снимать колесо. Тормозная система гидравлическая от торговой марки Shimano. Спереди стоит ротор 180, сзади ротор стоит 160. Роторы облегченные для быстрого охлаждения. Вилка стоит у велосипеда торговой марки RockShox с двойной регулировкой. Это пружинно-масляная вилка, у которой есть блокировка хода. То есть можно заблокировать и сделать ее жесткой. А также есть предлоут, который позволяет регулировать степень сжатия пружины под вес велосипедиста. Рулевая, как мы видим, здесь шикарная, она конусная, тем самым более жесткий узел этот, и велосипедисты это ощутят тогда, когда будут кататься по горам. Велосипед очень управляемым и надежным при помощи такого усиленного узла. Руль, как мы видим, вообще широкий, 78 сантиметров, 780 миллиметров. Ширина руля позволяет даже самым-самым большим мужчинам кататься с комфортом. Руки держат очень устойчиво этот велосипед. Также стоит отметить, что рама алюминиевая, батированная, в разных местах имеет разную степень плотности, что делает велосипед облегченным, но при этом надежным сам по себе велосипед. Шатуны идут от торговой марки FSA, они пустотелые, с одной звездой. У шатуна, как мы видим, здесь зубья очень длинные, удлиненность зубов позволяет четкому сцеплению цепей, тем самым отсутствует спадение, это предотвращает спадение цепи с шатуна. Классные педали, педали простые, но классные, они пластиковые. Ну, это если что, можно и поменять в любой момент. Сзади стоит кассета на 11 зубьев, 11 звезд, большая звезда, 42 зуба. Такая большая звезда позволяет выехать велосипедисту очень крутую гору с затяжным подъемом. Это комфорт, только тогда, когда вы покатаетесь, можете это ощутить. Переключатель сзади от торговой марки Dior с регулировкой, с блокировкой. Это позволяет зажать переключатель и когда вы будете кататься, у вас не будет проблем, блокируется сама лапка, и если вы будете прыгать, она не будет амортизировать. Ну, когда катаетесь, надо, чтобы она амортизировала, работала. Также у велосипедной рамы есть отверстия специальные под багажник. Можно этот горный велосипед превратить в туристический, установив сюда багажник, вы с легкостью можете путешествовать, перевозить какие-то грузы на самом багажнике. Ну и еще, конечно, в заключение хочется сказать сидушка. Сидушка здесь мягенькая, на самом-то деле американская компания Cannondale придумала хорошую сидушку для комфортной езды. Если вас заинтересовал этот велосипед Trail 5 от торговой марки Cannondale, обращайтесь в наш киевский магазин на бульваре Перова. Мы всегда готовы поддержать наших постоянных клиентов. Если вас заинтересовали наш видеообзор, подписывайтесь на YouTube канал. Постоянным клиентам скидки. Всего хорошего!